Часть 2. Ура! Ура! Наша первая машина Ferrari F40. Вторая машина Ferrari Scuderia Truck. Наша следующий конкурсант Ferrari 150 Италия. Следующий конкурсант Ferrari FXX. Предпоследний конкурсант – это Ferrari 458 Италия. Последний конкурсант – двукратный победитель. Это Ferrari 250 GT Berlinetta. Новые участники – это Гамперт Арлио Спорт. И Рейскар Пулбек Техник. Браво, браво. Первый наш участник это Рейскар Пулбек. Вот это рекорд! Конкурсант врезался в участника. И, к сожалению, он выбывает. Но у него есть, если кто-то его обгонит, ну, это может быть. И он тогда точно выберет. А если до него кто-нибудь не обгонит, ну, кроме той вот красной, тогда она останется в игре. Следующий участник Ferrari FXX. Она догоняет своего красного соперника. Но она влепилась. Конкурсант Ferrari 150 Италия. Ну, она, конечно, остается на третьем месте, но это хороший результат. Она подбила красную двукратный победитель. Вот это позор! У нас поломка. Даже только ее помощью она врезалась в меня. Нет, пора нам вызвать эвакуатор.
трактора тоже неполадки. Их исправили. Машине. Последнее место это вот это. Но она хотя была вот тут, ее белая сбила. Поэтому она остается на самом месте. Хотя он двукратный победитель. Месте вот, то есть на пятом месте вот это. На шестом месте это. На четвертом и практически на третьем грузовик. Вместе гоночная тачка. Вместе гоночная тачка 4 под номером. Первое место у нас Лего Техник Карпл. Было потрясающе. Никогда его не забуду. Да.